Вообще, конечно, это чудо. Появление книжки-раскраски «Элегия лета». Так радостно, что можно благодаря этому приложению увидеть гармонию слов, музыки, интонаций. И эта гармония, она живет в каждом рисунке. Столько открывается сюрпризного, щедрого, как сама эта песня-сказка, благодаря рисункам. И так отрадно, что можно их рассматривать, слушая песню и музыкальные картины, проигрыши, которые звучат. И встреча со всеми этими тонкостями, со всеми такими удивительными образами, благодаря рисункам открываются новые сюжеты, появляются персонажи, с которыми происходит знакомство. И вот уже перед взором предстают те, кто встречает сказочный восход, который восторгом вспыхнул. Причем в линиях рисунка переданы чувства этих героев, насколько торжественно и благодарно они это делают, встречаясь со светилом. Удивительные вообще, конечно, образы живут в этой песне-сказке, просто необыкновенной красоты. Вот такое, знаете, сочетание тонкости, изящества, вот удивительного какого-то такого, ну, утонченного отношения ко всему тому, что происходит. И главное, конечно, к светилу. Вот эта элегия, которая поется каждым словом, каждым звуком, голосом сказочника. И в рисунках она тоже живет. Какие травинки-балеринки можно встретить, увидеть, как ласковый лес встречает утро, и сияние росинок на каждой вот буквально травинке, листочке, столько необыкновенных жемчужинок открывается в каждом рисунке. Вот именно жемчужин. А рисунки черно-белые, графические, это же книжка-раскраска, но они настолько яркие и щедрые именно в своих чувствах, что нет ощущения, что здесь не хватает красок. Краски живут в самих линиях, именно краски чувств. Поэтому и сияние созвездий, и общение персонажей, вот белоголовых орланов, например, все наполнено, все дышит этой любовью к солнцу, к светилу и друг к другу. Вот. Очень радостно встретить это издание, которое так чудесным просто образом дополняет встречу с этой песней-сказкой. Вот эта возможность пожить в гармонии, вот в той гармонии, которая живет в этой песне-сказке, это, конечно, такое бесценное состояние, которое источает сама эта песня-сказка. И умение встречаться вот с такой очень внимательно, да, рисунки, они тоже прям создают эти условия, чтобы и услышать, и увидеть, прям познакомиться еще более близко с атмосферой этой сказки, с ее волшебством, с ее очарованием.